Подозрительная коробка с проводами вызвала сегодня сущий переполох в поселке Бугры. Странный предмет кто-то оставил на детской площадке. Так что звонок местных жителей в Росгвардию был абсолютно оправдан. Приехали взрывотехники ОМОН-Бастион, находку изучили и пришли к выводу, что никакой опасности она не представляет. Впрочем, это не повод терять бдительность и тем более отказываться искать того, кто изготовил муляж.